моем городе осень гуляет под зонтом. С ней теплый вечер, встреча где-то под мостом. Привет, Ростов, привет, родной, давай обнимемся. Не забывай обо мне, мой тихий-тихий-тихий дом. Мой старый дом, в твоих окнах зажжется свет. И мне как будто снова 15 лет. Привет, мой двор, привет, родной, давай обнимемся. Не забывай обо мне, мой тихий-тихий дом. И ты пока не дома, брат, и там ты на нелегале. Но мы еще наделаем делов, мы похулиганим. Вчера я видел наших, наших все меньше и меньше, брат. У них нашего все меньше и меньше. Ты написал, что лучше мне не приезжать к тебе. Но может на денек, это я так не обессудь, нет так нет. Тебя тут каждый мент мечтает взять в плен. Но их возня беспонтовый сквозняк, ты их заставил попотеть. Тут каждый метит в короля, брат. Тут каждый верит в верный вариант, брат. Меньше стреляют, больше стучат. Суки плодят, сучат. Учат щенков рычать. Вопросов много, но не те их задают, чтобы им отвечать. Ни победа, ни ничья. Улица теперь ничья. Брат, без тебя я в меньшинстве. Но их победы перед легавыми пляшет, как шалава на шесте. Тут осень носит свой печальный наряд, брат. Сейчас бы на Маряну, без тебя я на якорях. Знаю, все наладится, увидишь мать отца. Поболтаем мы без письмеца. Как вы тут, Волочка? Ну что, как вы тут это? Круто. Олег, что ты? Пойдем купаться. Ну, классно, все супер. Класс, я этот дом приходила смотреть, но мне сказали, что тут ничего не сдается. Это было месяц назад. Не с теми людьми, когда я приходила. Смотри, что мы нашли. Можно. Понимаете? Леопард с леопардовой метлой. Мне кажется, девочки, это моя это машина приехала. Пук-пук, припарковываем. Опа. Ребята где-то растворились в пространствах. А мы их не закрыли случайно? Нет? Тоже, на столах красота. Все. Красота и спокойствие. Ярик, ты доволен цвету? Всем доволен? Да, очень красиво. Так, я рада. И у нас еще аквариус называется. Напоминаю, 11 февраля у меня день рождения. Водолей. Одним словом. Поехали дальше. Ребята установили штуку, рядом с ней все фоткаются. Узнаваемые семьи. Они там повесили экран, я говорю, а что насчет театра теней у детей? Это было позавчера. А туда, вот дальше, я повесила пальцето. Место встречи изменить нельзя. Двое. Эти двое. Чё пьёшь, чё пьёшь? Да. Да, попробуй. Как всегда вообще. Прекрасно, как дома. Замечательно. Чудесные люди. Как обычно, все чудесным образом, божественным. Это значит, вообще мега крутая находка. Это стопор. Опа-на! Немножко погрызанный. А у меня красный такой, прикинь. Класс, вот это да, будем командой. Ну что ж, прошел год. Ребята приехали, Кирим. И наконец-то я могу показать Миколе, Дензе. И всей моей бригаде прекрасных творцов это место. Теперь понятно, что я его чистила. Он идет к нам. Он идет, по-моему, он идет к нам. Ура! Класс! Так я себе это и представлял. Вон, видишь, эти болтаются веревочки. Я на них занимаюсь как раз. Ага. Да-да! То есть это плейсочек для костра, да, для гитарочки. Класс. Здесь вообще... Да, беги. У нас в Кириме есть настоящий Иисус. По воде ходит. По утрам обычно. До 12 где-то. Опа, и пошел. А мы идем на
площадку палаточную вот у этого дерева. Где-то около года тому назад мы с Аргентином убирали вот эту вот площадку для проживания нашего одного волшебника пчела. Если удача мне улыбнется, то я найду эти кадры у себя в загашниках. Сегодня я привела сюда пчела друзей наших с тобой, табор. Показала им этот плейс. Смотри, что я расчистила. Вот так вот. Тут еще футбольное поле одно. Так что нам нужны грабли. И все. И будет готова площадка для базирования волшебников. Будем продолжать нести добро в этот мир. Рядом с кактусами. Микола потерялся в этих... Как это? Понеслась по копанному. Говорила, не ходи. Я прыгала в арамболе на батуте и потеряла все. Короче, Микола ушел. И теперь ищи его, свищи полдня. Кто-нибудь научите меня свистеть, а, братаны? Что за фигня? Еще вас слюнями все запрыскиваю в этот момент. Микола! О, господи, он за деревом был. Окей. Мы тут свистеть учимся. Экскурсовод в купальнике и в лунге у нас сегодня. Сейчас я путем сумочки в элегантное платье. Да, мы там повесили веревочку. Вот я думаю разрисовать его, во-первых, словами «любовь» и «добро». А во-вторых, здесь есть вот этот левый угол. Я его сделала, когда был мунсун, здесь был дождь лютый. И, короче, для того, чтобы жечь костер по мунсуну, я сделала вот эту площадку. А раньше там жил наш дружок Руслан, он в Мумбаи погиб недавно. И, короче, вот здесь вот можно заседать с костром. Вот там хочу Кришну нарисовать. Прям с павлиньим хвостом. Там ты можешь подтянуться, Микола, посмотри, там вообще жара, там по всему мосту получается это пространство. Ого. Ты прикинь? Воу. Ты прикинь? Есть. Там просто там жить комната. Можно. Да. Класс. Мне бы хотелось очистить. Откуда эти пакеты? Почему они здесь? Что они здесь делают, непонятно. Нормально. Аккуратно там ровно. Да. С ней теплый вечер, встреча где-то под мостом. Привет, Ростов, привет, родной, давай обнимемся. Не забывай обо мне, мой тихий-тихий-тихий дом. Я бы замутил пару тем, да вот только не с кем, брат, не те удел. Книга с крестом заляпана лживостью их клятв. Время спрячет и их, и нас в землю, словно ненужный клад. Ты же знаешь, как я пишу в слове по 100 ошибок. В этом письме 100 слов, брат, но нет фальшивых. Это как детская игра, и мы от всех на шифрах. Нас позовет мама, крикнет, домой живо. Память не подводит, и слава богу, есть что вспомнить. Было всякое, но мы это всякое прошли достойно. Сейчас диски не в моде, но я храню тот твой сборник. Саундтрек наших историй. Братка, вчера я встречался с адвокатом. Он такой пришел нарядный, лощеный, с папкой. Говорил про нужных людей, уверял, мол, процесс идет. Еще немного, и вот-вот, и еще год. Я никуда не лезу особо, как ты и просил. А за грусть эту в строках, брат, меня прости. На сердце тяжело, но главное, ты живой. И скоро домой, брат. Ну что ты пишешь и пишешь ему? Похоронили и забудь. Они работают в паре. Конечно. Пойдем, пойдем. Пойдем. Чего они? Чего встали-то? Эй! Люди! Мы вас боимся.
Давай сюда. Где убегай, Дига? Мама, сын в порядке. Спасибо зарядке. Нашинские учат кататься на каяке. Пацана. Вообще, взяли в оборот обучательный. Как Дэн смотрится. Вообще. О, два. Взяли, как агрессивно отпустили. Да. Снимай, снимай, я на мотоцикле. Парни в черном уже в деле. Все будет, как мы хотели. Куда тебе? Сопроводит хоть до небес. Размер не важен, значение имеет вес. Парни в черном уже в деле. Все будет, как мы хотели. Куда тебе? Сопроводят хоть до небес. Размер не важен, значение имеет вес. Ну что, мы побывали у Тики. Прикиньте, нам достали провода на Avenger. Так что Тони Монтана будет запущена, я думаю, совсем скоро. А мы поехали рассказывать вам про Western Union. Там Warner, кипиш. Очень много народу. Ну вот так вот примерно. Как будто приехали в райцентр. Все, забрали после электрики. Я уже очень хочу в Кирин обратно. У меня закончился бензин прямо на дороге, рядом с магазинчиком. Финиш. Yes. Lucky. Так это нас заправляет. Все отлично. Едем. У меня закончился бензин прямо вот здесь. В 50 метрах от магазинчика. Считаю, что кто-то благословлен Богом. Аспирин, да? Аспирин. Лично ведет нас. Куда ты ведешь нас? Не видно низги. Идите за мной. Трам-пам-пам про мозги. Все, ищем Жорика. Кого только не ищем. И находим ищем постоянно. Жилье, мопеды. Что есть, братва? Что есть? Жилье, мопеды. Ширму там надо поставить. Крыша, руфтоп. Делитесь. Руфтоп, боя, руфтоп. Ништяк. Очень хорошо смотритесь. Да. Все, да, Кирим. Быстро-быстро, до темнения надо попасть в Кирим, потому что иначе будет очень холодно. Очень. Через час. Мы все покроемся снегом. Но не так холодно. Аргентина, Ямайка. 5-0. 1-1. Ну что ж, я приехала одна на Place. Сейчас пойду к ребятам отдыхать на пляжик. Ребята, это нереально. Я не хочу ездить ни в Моржем, ни в Мандрам. Мандрам еще более-менее, но Моржем это просто какой-то цирк. Слишком много народу, слишком много всего вообще. Слишком много людей. Без руля и без ветра ты прошел свой девятый год, и у тебя уже нет сил, хотя ты еще не устал. И те, с кем ты когда-то начинал, давно затеяли свою игру. А ты все стоишь и стоишь, где стоял, а ты все глядишь и глядишь вокруг. Ты видишь, деревья растут, вверх, вверх видишь. Вода с неба падает вниз, вниз. Ты хороший мой человек, я не знаю как, но давай. Держись, когда не ясно, куда идти, когда некуда больше бежать. До самой смерти учись.
стоять, стоять, стоять. И вот всех нас куда-то несет оглушительный новостной поток. И ты пытался понять, о чем это все. Ты пытался понять, но понять не смог. И тогда ты просто открыл глаза, и тебе сразу стало светлее. Ведь это лучше, чем быть против или быть за. Ведь это лучше любых возможных ролей. Ты видишь, деревья растут, вверх, вверх видишь. Вода с неба падает вниз, вниз. Ты хороший мой человек, я не знаю как, но давай. Держись, когда не ясно, куда идти, когда некуда больше бежать. До самой смерти учись стоять, стоять, стоять. А если стоять, то стоять до конца. Стоять, как поставленный часовой. Когда рушатся здания и рвутся сердца, и кружат вертолеты над головой. Когда все меняет свои имена, и уже непонятно, кто прав, кто нет. Стоять, прорастая сквозь времена, стоять, чтобы увидеть свет. Видишь, деревья растут, вверх, вверх видишь. Вода с неба падает вниз, вниз. Ты хороший мой человек, я не знаю как, но давай. Держись, когда не ясно, куда идти, когда некуда больше. Скажи мне, Андрей, почему мне кажется, что ты до сих пор не должен денег на мотоцикл? Это так кажется. Ну, кажется, да? До самой смерти учись стоять, стоять, стоять.